достигнув Заволжья, загнала множество людей в одинокий постоялый двор, стоящий во блестке гладкой и необозримой степи. Тут очутились в одной куче говоряне, купцы и крестьяне, русские и мордва, и чуваши. Соблюдать черные рамки на таком ночлеге было невозможно. Куда ни повернись, везде теснота. Свободного места нигде не видно. На палате, на печке, на лавках и даже на грязном земляном полу везде лежат люди. Хозяин, суровый мужик, не рад был ни гостям, ни мужчине. Сердито захлопнув ворота за последними добившимися на двор санями, на которых приехали два купца, задали двор на замок и повесили ключ под божницей, твердо молвил: «Ну, тебе кто хочешь, хоть головой в ворота бейся, не отворю». Но едва он успел это выговорить, как кто-то робкую рукой застучал в окно. «А, кого еще тебе принесет черт?» — молвил чей-то голос. «А ты слушай», — отозвался хозяин, — «ты не болтай без своих слов. Разве супостат может сюда кого-нибудь прислать, где эта святыня? Разве не видишь, что тут и Спас моего, и Богородище мир?» «Это верно», — поддержал лежимый человечек. «Всякого спасения человека не Ефимов ведет, а ангел руководствует. А ангельский путь он не всякому зрим, и об этом только настоящий практик может получить понятие». «Что же это? Видели, что ли, ангела, и он вас водил?»